Гражданские активисты Асхат Жексебаев и Диана Баймагамбетова задержаны в Кыргызстане. Алматинцев поместили в следственный изолятор в Бишкеке. Кыргызские власти сообщают, что казахстанцы 23 октября незаконно пересекли государственную границу. Через три дня их задержали сотрудники ГКНБ. Они обратились в ГКНБ с заявлением, что они просят убежище, статус беженцев. Потом их передали в ГКНБ, и ГКНБ их задержало. Сейчас возбудили уголовное дело за незаконное пересечение границ Казахстана с Кыргызстаном. В дальнейшем они будут обращаться также в ООН и будут обращаться за получение политического убежища. 50-летний Асхат Жексебаев и 30-летняя Диана Баймагамбетова в октябре прошлого года были осуждены в Казахстане по обвинениям в участии в незарегистрированных организациях «Демократический выбор Казахстана» и «Куще партии АСА», которые запрещены в стране как экстремистские, но признаны Европарламентом мирной оппозицией. Баймагамбетову приговорили к году ограничения свободы, Жексебаева – к 5 годам заключения. В мае его освободили досрочно. Сторонники активистов говорят, что они вынуждены были уехать за границу. Диана шектеу берді, Асхатаға түрмеде де отырып шықты. Одан қоса индар бұғатталған, карточкалары, банк карточкалары бұғатталған. Асхатағаның өзінде бір 5 баласы бар. Содан амал болмаған соң Қазақстаннан кетуге мәжбүр болды. Оның үстіне жаңағы иін мәселесі бойынша да бұл кісілер біраз жүгірген, анда барып, мында барып, ар жақтан доп сияқты футбол ойнап, департаменттан КНБ-ға қуат, КНБ-дан анда, мұнда ешкім мойындамайды, енді біз бұғаттадық деген сияқты. Америкадағы полициялардан үлгі алыңыздар. Активисты осуждены по так называемой экстремистской статье. После суда их включили в список лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. Людям из этого перечня выставляют ограничения на финансовые операции. Жексебаев и Баймагамбетова ходили по инстанциям, но не смогли добиться исключения их фамилий из списка. Казахстанские правозащитники заявляли, что Жексебаев и Баймагамбетова и другие осужденные с ними активисты преследуются по политическим мотивам. Если Бишкек депортирует активистов, на родине их могут сразу же отправить за решетку.